Итак, сегодня 1 мая 2022 года, и мы нашу красавицу вольтерьеру Туалечку поздравляем с ее 5-летием. Она уже сегодня с утра скушала вкусняшку. Мы хотим сказать, что мы ее очень любим. Дай лапку, у нее болит пальчик, она ноготочек зацепила. И Артур с Настей купили ей подарок вот такой на выставке собак, где наш Елисей стал лучшим представителем породы в своей породе. Занял 3-е место в группе 9-й декоративных пород. И вот такой подарочек получает наша Туаля. Она сейчас сойдет с ума. Кайфуша, кайфуша. Вот так она благодарит. Спасибо, спасибо. От радости. А глаза из орбит, да? Моя ты мышка. Как она кайфует. С днем рождения.